Всем добрый день! Я вас рада приветствовать уже в новом 2024 году. Новый год мы все-таки встретили, несмотря на все неприятности, которые произошли в старом году, про которые вы теперь тоже знаете. Я все переживала, сможем ли мы встретить Новый год, успею нарядить елку или нет. Но нет, все благополучно прошло, елку мы нарядили, как вы видите, рядом со мной. И, конечно же, встретили Новый год. А как мы его встретили, вы узнаете, посмотрев видео, ссылку на которое я укажу под этим обращением. Так что заходите, переходите, прям нажимаете на ссылочку и попадаете на данный влог, который я вам сейчас сказала. Ну что, всем приятного просмотра и всем прекрасного настроения. Кстати, поделитесь, как вы встретили Новый год, как вы его весело проводите, какая погода у вас за окном. У нас лично минус 21 сегодня. И так всю неделю обещают. Но я сегодня попытаюсь выйти на улицу, посмотрю, что из этого выйдет. Как говорится, волков боятся в лес не ходить. Ну все. Оставляю вас наедине с моим влогом. Пишите комментарии. Ну, а я сегодня с вами попрощаюсь. Всем пока!